И я, конечно же, благодарен, что я оказался в этой церкви, потому что как бы с каждым днем убеждаюсь, что я в правильном месте, и все мы в правильном месте, слава Богу. Конечно же, также благодарен за общение мужское, которое образовалось, ну, как бы со стороны это выглядело как само собой. Никто так особо ничего не организовал, ничего не придумывал. Сам Бог просто своей рукой это все так вот... Ну, мы вдвоем с Вовой учились в прошлом году «Голос веры» в миссионерской школе нашей церкви. И так постепенно начали приглашать ребят ездить в баню после, после учения. И вот так началось общение, просто мужское общение, которое начало постепенно перерастать в какую-то дружбу, а потом вот в такое мужское служение. Поэтому Господь делает, и на самом деле все класс. Ему вся слава и благодарность.